В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. В этот день давали обеты выполнить какую-нибудь работу или заповедь. Требовалось выполнить ее в течение нескольких недель, месяцев или года. Чуть позже я поделюсь с вами своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В городе Алексине -1, +3, в Ефремове 0, +3, в Белеве -1, +3, в Новомосковске -1, +3. По прогнозу на 9 ноября температура в Туле будет колебаться от -1 до +3 градусов. Преимущественно облачным, влажность воздуха составит 68-78%. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Магнитосфера Земли спокойная, магнитные бури не ожидается. Считалось, что если 9 ноября дать обещание и выполнить его, все плохое останется в прошлом. Поэтому крестьяне очень часто ждали этого дня, чтобы дать зарок. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды. С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время.